В средствах массовой информации слышны заявления о недостаточном объеме воды при пожаротушении Макеевского универмага. Значит, я с ответственностью заявляю о том, что нами были организованы все мероприятия по обеспечению питьевой воды всех пожарных гидрантов вблизи Макеевского универмага с достаточным давлением. То есть вода подавалась круглые сутки. Значит, в свою очередь, компания «Вода Донбасса» отреагировала на нашу телефонограмму, которую своевременно передали. И они включили дополнительные агрегаты для того, чтобы, как известно, у Макеевки графиковая подача воды. То есть они увеличили подачу воды, и вода подавалась круглосуточно. Создано было необходимое давление до 6 атмосфер. Были установлены две пожарных машины стационарно на пожарных гидрантах и работали 4 бронзбойта. Дополнительные машины, те, которые осуществляли подвоз воды, они заправлялись, опять же, здесь, в районе центральной части города. И если говорить о высказываниях о недостаточном объеме воды, то речь идет о пожарном резервуаре, который находится на балансе Макеевского универмага. А о техническом состоянии этих сетей, самого резервуара, мы не можем говорить и что-то гарантировать его заполнение, так как он находится именно на балансе этого предприятия.